Друзья, доброе утро. Мы собрались, чемоданы упаковали, сдали комнату и теперь выдвигаемся в сторону Диснея. Нам ехать с этого городка 40 минут, да, нам показывают. Заскочили по пути, потому что мы не позавтракали, заскочили в пекарню французскую. Купили вот такую вот вкусняшечку здесь с сыром, с ветчиной. Ну и, конечно же, мы взяли французские круассаны с маслом. Смотрите, аромат. Мужчина стоял, и нам это, мы не знали, с переводчиком стояли, переводили, что есть что. И он нам показывает, вот это вот вкусно, типа, берите, не пожалеете. Ну, мы его послушали, взяли такой круассанчик. Все, выдвинулись, едем, все остальное потом. Заехали с паркинга в Диснейленд. Сейчас будем искать парковочку. Ну и дальше. За нами поток прям. Дальше будем искать, где вход и так далее. В общем, будем разбираться. Вот так вот выглядит парковка. Сегодня на улице пасмурно. Обещают дождичек, но надеемся, что это все обойдется. Либо он будет не таким сильным и страшным. В общем, едем с хорошим, позитивным настроением. Вот. Так, мы подходим к входу в парк Диснейленд. Тут есть разделение на очереди, но людей вроде бы не так много. Может быть, это все зависит от того, что сегодня погода слегка пасмурная. Сейчас будем стоять в очереди, пройдем и уже пойдем на территорию. Вот так выглядит основной вход. Диснейленд, Париж. Дяденька махает, куда нам идти. И вот идем сюда. Посмотрим. Вот. Видите, народу не так много. Что, сюда? Окей. Вот, все. Мы, считайте, первые. Вот именно в этой очереди. Ну, пошли первые. Дезинформация это была. Детектор. Ой, ну что-то я не знаю, у нас нигде билеты не проверили, или где мы входим. Вот там. А, там. Хорошо. Идем. Вот. Ребенок уже с ушками. Конечно, так себе, конечно. Ну ладно, ничего. Я не могу поверить, что я здесь. Это, знаете, такое ощущение, когда ты была маленькая и с каждого воскресенья, субботу смотрела мультики Disney. Мы все, я думаю, через это проходили, да, бежали к телевизору в ожидании какой-то новой серии. И вот эта заставка
замка спящей красавицы. И я даже в то время подумать не могла, и даже мечтать не могла, что я когда-нибудь окажусь здесь. И все это увижу собственными глазами. Такое чувство детства, какое-то, знаете, такое ожидание какого-то чуда. Посмотрим, так ли оно будет. Мы зашли, просто у нас электронный билет, отсканировали, очередь небольшая, вообще мы подошли и сразу же, пожалуйста. Так, меня настолько переполняют эмоции, что даже не знаю, что говорить. Поезд, этот поезд идет вокруг парка экскурсионный. Зашли в магазин, где игрушки тематические продают. Меч. Палочка этого. А, Микки Мауса. Та-дам. А где перчатки? Настя, настоящий Микки Маус. Это неудобно мне, конечно. Дин-дин-дин, дин-дин-дин-дин-дин. Ушки разные. Благо у меня уже ребенок вырос и... Не закатывает мне истерика. Была бы поменьше, наверное, бы что-нибудь попросила здесь купить. Но цены, конечно, в магазине не маленькие, я скажу. Хотя я ошибалась, я сказала, давай выходим. Говорит, не, а я, говорит, что, говорит, посмотрим. Пусть смотрит. Магнит. Угу. Вот я подготавливаюсь его. Короче, мы пошли вот на этот аттракцион. Посмотрим. Вроде как там верещат. Ожидание было написано 10 минут. Очереди, вот так вот сейчас мы прошлись, посмотрели, очереди не такие большие. Все-таки действительно погода сыграла. Вот сейчас вот на это поедем. У-ху! Star Wars! Ой, я, честно говоря, вообще от этих вот резких перепадов высот очень... боюсь и скорости. Раньше без проблем, а сейчас немножко страшновато, но, как говорится, буду терпеть, верещать и ехать с ребенком. К сожалению, по техническим причинам мы на тот аттракцион так и не попали. Забегая вперед, скажу, что мы на него попадем только ближе к вечеру. Ну а сейчас мы, не теряя времени, пошли на другой аттракцион, который находится рядом. Поэтому предлагаю вам с ним ознакомиться и посетить его вместе с нами, ну, насколько это будет возможно. Аттракцион «Звездные войны». Я просто это не делаю.
stop on your Star Tours getaway package. Stay in. Souvenez-vous que chez Star Tours, la sécurité est notre première préoccupation. Autorisez pour la troisième. Откроются двери, и мы вот зайдем туда, и там что-то нас ожидает. Мы сели в наш корабль и отправляемся в большое путешествие. Мы сейчас вышли. Классное ощущение. Это было 3D с дополнительными эффектами, спецэффектами. Недолго, но зато впечатляюще. Снимать нельзя было, потому что руки были заняты. Но, к сожалению, но классно. Эмоции здоровские. Пошли дальше. В общем, наверное, я все подряд снимать не буду, потому что Настя решила, сказала, говорит, будем кататься на всех аттракционах. Поэтому сейчас мы стоим в очереди вот на такие машиночки. Вот, будем кататься вот на таких машинках, она хочет. Они не электрические, ты сами садишься и управляешь. Так что буду показывать самые какие-то такие интересные аттракционы, либо какие-то интересные моменты. Мы решили прокатиться на водном паровозике. Здесь очередь небольшая и приглашают нас совершить кругосветное путешествие. Но мы не могли отказаться. Мой мышонок сидит.
Египет. Яблоко, которое откусила спящая красавица. Стеклянное яблоко, отравленное. Роза. А кому из принцесс розу дарили? Не помню. Шульна спись. Красавица. А розу кому дарили? Это было чудовище розы жизни. А, точно, точно. Чаша Аладдина. Это Золушка. Маленький ребенок, радость, так здорово!
Ну, здесь вот в этой части парка более такое детское. Вот туда. Ага, уточки гуляют. Более такое все детские аттракционы, но все равно, знаете, это здесь сказочные. Чеширский кот, Золушка и тому подобное. Алиса в стране чудес, да. В общем, будем ходить дальше смотреть. Есть лабиринт, но мы решили вот в лабиринт пойти потом. Ну, чтобы сейчас время пока не тратить на это, будем уже знать. Потом сходим уже в лабиринт. Идем дальше, смотрим. Может, что найдем. Все, украли ребенка. Настя, дальше. Да, ладно. У тебя не дудка, но я не знаю. Я не знаю, как туда зайти. Я тоже. Ой, там через воду. Наподобие Техаса. Стилистика. Зашли в комнату с привидениями, в дом с привидениями. Такой себе. В темноте, не знаю, будет видно, нет? Дом с призраками. Во. Это не... Мне главное, держи, ладно? Смотри, женщина пропадает. Вау! Я же говорю, это водитель. Perhaps you sense a disquieting metamorphosis. Alas, be sure of yourself that you should forgive my mess. Notice this. Картины удлиняются. Which offers you the father of, and she's dying to meet you. And beware the phantom. There is much to see, so look alive and stay together. I'd hate to lose you so soon. Мы поехали на поезде! Потому и селфи, что снесет. Наполеон!
сделано в стилистике под Техас. Держись! Здесь все в стиле Техаса. Аттракционы оформлены, анимация. Все под Техас. Сделано территориально. Каждая территория под особую тематику. Вообще классно, молодцы. Вот на этой горке мы сейчас катались. Это дом с привидениями. А вот здесь мы катались. Этот островок. Самое, что интересно, садишься вот тут вот. Потом оттуда ты едешь вниз, получается, под землей, под водой. Заезжаешь на этот островок, потому что это островок. Ты на него заезжаешь и по нему насаешься. И также с него уходишь вниз под воду, под землю, и вылетаешь уже вон с той стороны опять. Здорово. Там рыбки. Рыбки? Да, сейчас я только что видела, но их очень много. Ну и, конечно, ребеночек решил подстрелять. Сейчас мы идем на другой аттракцион, тоже наподобие американских горок, но называется Индиана Джонс. Здесь все в стилистике фильма одноименного. Вот смотрите, палатки, все в таком стиле. Вон машина сафари. Каждый аттракцион оформляется определенной тематикой. И сейчас мы пойдем еще на одну американскую горочку.
чтоб у меня совсем зашкалил адреналин. Вот так выглядит. Находимся в районе тематики «Пираты Карибского моря». Да? Тут вот такой корабль шикарный, большой. И сейчас тоже пойдем на аттракцион, связанный с этой тематикой. Скалы, море. И тут ходят пираты. Смотрите, красота. И что? Мы поехали с этой вот девушкой, которая уже один раз застряла. Теперь мы с ней застряли. Технические какие-то проблемы. Судя по тому, что нам сейчас откроют. И мы должны выйти и дружно с толпой выйти на выход. Прокатились. Это так немножко, да, и смешно, и неприятно, страшновато. Да, и такие бывают случаи в Диснейленде. Вот на этой горочке, где мы первый раз прокатились и получили безумное удовольствие. Теперь мы застряли. Здесь вот это все происходит, спецэффекты. Мы застряли и стоим в приподнятом состоянии. Вот. Ковбой пересчитывает. Короче, тут уже сидим, шутим, но не до шуток. Вот происходит экстренная эвакуация. А, ну, на фильме. Все.